Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stickman против зомби. Ну-ка, 12 кристаллов, отлично. Так, у нас денег сколько? 471 монета. Дай-ка я тогда возьму, наверное, улучшу биту. Ну, нравится мне бита, ребят. Так, бронежилет хватит? Нет, не хватает, тогда вот здесь вот. Все. Ну что, режим истории, конечно же. Мы с тобой остановились на доме с привидениями, насколько я помню. Играть, а уровень у нас... Да, конечно, я хочу прокатиться. На пятом, получается, мы остановились. Поехали. А что такие подлагивания-то жуткие? Тихо ты! Чуть не перевернулся, чуть не разбился. На, всех в расстрел, в расход. Даблкил. Все, прибыли. Ну что, мы на месте. Бонус-эрия. Давай броник сюда мне. Блин, и опять я не вижу, что мы можем с тобой тут улучшить. Да ничего. Куда монетки все время исчезают? Кому-то спасение нужно. Так, это не медведю явно. А где, кому? Странно, наверху что ли? Точно. Да отвали ты. Ах, противный зомби. Я боюсь, что паренек тебе, по-моему. Сколько там еще? 25. Давай, запинали. Тут пока тихо, все спокойно. Пожалуйста, прогони их. Я этим, по-моему, только и занимаюсь. Что прогоняю. Двери открылись. И выходит супостат. Так, это получается еще 12. 12 зомби здесь где-то шуркается. Показывают типа внизу. Внизу и наверху. Что-то мне подсказывает, что эти зомби сейчас сюда придут сами, нет? Тихо. Блин, я не хочу этого чувачка покидать, потому что, мне кажется, только я уйду отсюда, эти сразу здесь покажутся, нет? Просто проверка. Ну вот, видишь? Стоило только уйти на секундочку, и зомби тут как тут. Мужик, дай-ка я от тебя отпрыгну как-нибудь наверх. Вон там, видишь, стоит. А где он? Он только что же был. Эх, вот он. Мне туда не запрыгнуть. Ака, подожди-ка. Ага. Наверное, вот так вот должно быть. Старс. Ну что, где там у нас внизу эти супостаты? Прям в самом-самом низу, что ли, они? Точно. Давай, давай, давай. Иди отсюда. Так, куда пошел?
Побежал он довольный. На. Так, а теперь я пошел за своей наградой. Давай. Спасибо, вот, возьми. Отлично. Так, все. Ну, ждет меня уже пиньета здесь с деньгами. Добавим острых ощущений. Возьми вот это. Меч. Разблокирован. Хорошо. Насколько меч лучше, чем, например, та же самая бейсбольная бита? Не знаю. Трипл килл. На. Единственное, что меч у нас не прокачан. А вот бита... А вот бита-то у меня прокачана. Блин, ну нафиг мне этот пистолет-то... Так, дай-ка я попробую так вот. Оп. Ну выходи, выходи, бежит он. Иди. Давай. Жалко, он не может сидя бомбить. Было бы прикольно. Ну где вы там, зомби? Бежит, бежит, бежит. Вот, вот, вот так вот их прижучиваем к стеночке и начинаем их нахлобучить. Куда он побежал? Дробаш! Дай хотя бы дробовичок. Ну иди сюда. Еще психует, злится что-то. Пистолет, я лучше возьму пистолет, потому что пистолет у нас, ну, худо-бедно прокачан. Так, еще 6 зомби. Где эти 6 зомби? Вижу. Ну, извини, бро, не успел. Иди сюда. Последний. Все. Бомбанули мы здесь всех. Я, это ты из будущего. Хочешь опробовать пушку получше? Да. Ну и что ты мне там? Что ты мне дал-то? Пушку получше, говорит. Хочешь опробовать? Что-то не пол, топор какой-то тут в стене. Просто нашинковываем с тобой на изи. Вот это вот плохо, когда кончается у нас. Ну иди сюда. Даже ничего не успел сделать. Ну куда ты? Так, наверху турель. Попробуем взять. Куда ее можем установить? Наверное, вот здесь вот. Просто заба... меч. Просто турель расстрелял этого хлопчика на изи. Иди ты. Ну а ты куда пришел? Прибежал он мне тут. Ай. Так, я взял опять УЗИ. Кого тут турелька у меня бомбит все, зомбарей. Получается еще 6. Ой, ничего себе. Как это получилось сейчас круто. А, турелька наяривает. Так, еще 3. Все, это были последние зомбики. Ну и 50... У нас 59 гранат, кстати. Я так ушел. Дай сюда мои монетки. Все. Ой. Бежать, 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 бежать. Сломя голову надо. Есть. Убежали. Опа, не убежали. Вот теперь. Теперь уже все норм. Спокойно, можно выдохнуть. Так, пистолет. В принципе, меня устраивает. По улучшению, что у нас здесь есть? Меч. Давай меч улучшим. Меч улучшили и дробовик. Потому что дробовик тоже, ребят, часто нам выпадает.
Ну, вроде бы готов. Подожди, а кому... Где? Блин, где просили помощи-то? Блин, какой-то... А, вот ты. Пожалуйста, прогони их. Придется помочь тебе, бро. Давай, давай, прогоняй их. Так, там турели, если что, нас прикроет с той стороны. Меч-кладенец. Да ладно, они хотят... Или мне показалось? Фига, он сразу выбежал и по башке нам настучал. Ну, меч, в принципе, неплохо, ребят, бомбит. Ну, я его, правда, чуть-чуть прокачал еще, не забывай об этом. Да сколько вас тут, а? Да их дофига тут еще будет. Я тебе скажу, что у нас уже здоровится-то маловато. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас заколбасят, блин. Что там, кого-то колбасит, мне кажется? А как он, интересно, тут прошел? Так, последний, это последний зомби. Ну, я тебе скажу, фигня полная это все, ребят. Потому что у нас так мало здоровья. Спасибо, вот, возьми. Мало здоровья, нам нужна аптечка. Ну-ка. Монет много, а вот... О! Твою же налево. Блин. Так, с этим справились. Ага. Да блин. О-о-о, друзья мои. Ну, здоровски просто. Вот об этом я всегда и мечтал. Чтоб тут вышел босс. Ну и наказывать нас начал. А он начнет меня наказывать. Веришь в это или нет? Ты просто посмотри, что он там вытворяет. Ух, сердечко! Да ну как так-то, блин? Да дай ты! Есть! Фух! Да, ребят, это было жестко, потно, но я забрал сердечко. На тебе, супостат. Ой. Блин, не очень хороший. Чужик. Так, этих отбили. Где он там? Нет, конечно, его можно будет, ребята, и мечами забомбить. Ну, ты представляешь, сколько это придется его фигачить? Уй. Чуть-чуть бы попались бы мы.
Ну ты серьезно, что ли? Есть. Это, конечно, было трешовенько, ребята. Фух, глава 4 пройдена у нас. Блин, со звездочками, как всегда, беда. Зато всех этих спасли. Так, ребята, открывается новая локация. Это секретная лаборатория. Хм, секретная лаборатория. Прокачишься? Еще спрашиваешь. Упс, тупичок. Так, тут какие-то синие зомби. Что там за синие зомбари? Так, ну что, первый уровень. Погнали. Джетпад. Зачем он мне здесь нужен? Ума не приложу. Так, я вот думаю, знаешь что? Что нам нужно, наверное, улучшить броник. Премиум оружие, прикинь. А где его взять? И дробовичок возьмем. Так, здесь забираем награду. Ну что, поехали. Так, там какой-то рычаг. Опа. Сбрось на меня, а. Тихо ты, отвали. Валим, 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 валим супостатов этих. Такс. 39 зомби, да? Всего 39 зомбарей здесь будет. Тихо, тихо, тихо. Вот это вот, ребята, нежелательно, чтобы в такую ловушку попадать, в передряжку. Нафиг, нафиг. Смотри, смотри, смотри. О, синие зомби. Что там? Синих зомби можно было убить только лишь... только лишь гранатами. Вот в чем проблема, ребята. Синих зомби можно было убить только гранатами. И никак иначе. Да что ты? Куда ты запрыгнул-то, господи? Да пинай, 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 пинай. Подбирай меч. Меч или биту, я не знаю, что лучше-то. Сколько еще? Еще один зомби, где он находится? Наверху показывается. То есть это мне надо туда прыгать, да? Сейчас заберемся, посмотрим. Есть. Секретная лаборатория. Так, и кто тут на помощь не звал, не орал? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди-ка, здесь закрыто. Нам явно как-то нужно открыть. А чего у вас так много-то? Их прям аж очень много, ребят. Я, конечно, все понимаю, но так много. Блин, у меня и оружия нету. Сколько их тут? 27 зомби. Мне кажется, что их тут намного больше, чем 27.
Нате гранату. Это они вот тут, получается, рычажки нажимали, да? Дай дробаш. Так, ну если, предположим, побегу, куда я тут успею? Никуда. Да как? Ну это бред. Блин. Куда он там хочет прыгнуть? Я тебе сейчас прыгну. Смотри, что вытворяет, а. Так, еще два зомби последних. Но одного я вижу, и второй там где-то прыгает. Второй вон он где-то там. Подбили. Ну что, наша... миссия на секретной лаборатории продолжается. Ух ты! Новое оружие разблокировали. Базука. Сразу вспомнился мне Ванька Стиранко. Так, а вот тут помощи просят. Блин, а где там? Кого спасать-то надо? Понял, вижу. Да куда ты? Сейчас, по-моему, мне кранты будут. Не спасу я этого чувачка. К сожалению, блин. Молодцы, блин, дали какую-то вшивую базуку. Бомбись ей как хочешь. Да ты посмотри, сколько тут. Да, их тут немало. Плюс вон там, видишь, зомби. Смотри-ка там. Дай пистолет мне. Так, с этим разобрался. По ногам этим зомби. Все, что ли? Нет, еще... Нет, все помню. Да, ребят. Дай дробаш взять. Ну иди сюда, пучеглазый. Так, меч. Меч взял. Че, гранат что ли? Да есть вроде бы. Прям со спины. Так, вот этих надо как-то. Ой! Блин. Мы с вами на добром слове, ребята, живем. Ты посмотри, сколько у меня хп. И хинуться я не могу, к сожалению.
зато я вижу, он там звездочкой. Да ты... Твою... Душу. Фу, это был последний зомби. Так, значит, мне наверх нужно как-то попасть наверх. Так. Блин, там просто звездочка была. Да, хилочку-то бы, конечно, бы, ребята, вообще не помешало бы. Но ее тут и не предвидится. Run? Ты, блин, серьезно? Stars. Беги, 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 родной, вроде бы все. Фью. Прибежали с тобой на спасительный полигон. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим сегодняшнюю серию. Обязательно увидимся в следующей и продолжим. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.